Возрастная группа М1, это 40-49 лет. Третье место занимает Соловьев Станислав, результатом 160 килограмм. Там все было. В группе занимает Медведев Олег, результатом 160 килограмм. И победителем этой возрастной группы становится Демушкин Сергей, результатом 220 килограмм. 50-59 лет. Третье место занимает Сихаев Павел, результатом 110 килограмм. Второе место в этой возрастной группе занял Смольков Игорь, результатом 135 килограмм. Этой возрастной группы становится Карпанов Алексей с результатом 170 килограмм. Победители ветераны М1 М3. За первые места победители получают сладкие призы нашего спонсора. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что пришли, поучаствовали на наших соревнованиях. Большое спасибо гостям, кто приехал издалека. Мы очень это ценим, рады. Ждем вас в следующем году. Надеемся, что быть в гостях у нас, выступать у нас на этих соревнованиях вам понравилось. Будем стараться, чтобы понравилось еще больше. Рады за тех, кто победил, рады за тех, кто поднял свои лучшие результаты, кто установил свои рекорды. Спорт наш хоть и тяжелый, но зато интересный и всем доступный. Еще раз большое спасибо и до новых встреч.